На базе Северского РЭС Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» прошел День открытых дверей для студентов Краснодарского политехнического техникума. В мероприятии приняли участие преподаватели и около трех десятков студентов, обучающихся энергетическим специальностям. Участников поприветствовал начальник Северских электросетей Александр Мандрыка. Энергетика – это призвание, вам честно скажу. Я с 83-го года учился, с 88-го года в энергетике. И хочу сказать, что сюда идут, вернее, все, многие идут, но остаются только те, которые посвящают себя на долгие годы этой работе. Начальник отдела управления персоналом Краснодарских электросетей Ирина Войнова рассказала о возможностях развития внутри компании для молодых специалистов. Кроме того, ребята смогли поучаствовать в мастер-классе по оказанию первой медицинской помощи. Приемы отрабатывали на манекене Гоше, который, по легенде, пострадал от удара током. Сегодня учились оказывать первую медицинскую помощь на манекене. И я вышел как активист, попробовал. Я понимал то, что в будущем, в жизни это пригодится. Познакомили студентов и со средствами индивидуальной коллективной защиты, которые используются при работе на электроустановках. Технические специалисты ответили на все возникшие у ребят вопросы. Данные мероприятия, на мой взгляд, являются очень интересными, позволяют студентам познать, посмотреть профессию будущую изнутри. Подобные встречи не только позволяют студентам погрузиться в профессию, но и помогают определиться с будущим местом работы.